В Бостоне, где есть и площадь, и постройки вокруг нее. Налево тут целый ряд отелей идет. Место, значит, поскольку очень удобно. Здесь есть где погулять. И вот смотрите, сейчас мы будем направо на Массачусетс-авеню снова заворачивать. И перед нами в строительных лесах черным чем-то затянуто. Украсить ремонт начали. Но внутри великолепное. 3000 мест и первоклассная акустика. Там внутри два оркестра. Бостон Симфони и Бостон Попс. Оба руководит Кейт Логард. С 1881 года они существуют. Направо от нас, посмотрите, в центре глав своих. Очень такая влиятельная церковь. Вот впереди направо показалось уже из кирпича угловое здание. Одна из четырех консерваторий Бостона. Сейчас подъедем ближе. Berklee College of Music. Здание не бог весть какое красивое. Мы тут все перекопали. Направо сейчас будет у нас комплекс библиотеки. Современный корпус 60-х годов. И оригинальное здание конца 19 века. Одна из первых в Америке публичных, то есть открытых для широкой публики библиотек. Библиотека здесь всегда некий клуб. Там и лекции, и всякое бесплатное кино. И подвальный этаж – это офисы, которые помогают оформлять документы в учебное заведение. Много иммигрантов и людей не всегда знают. Направо от нас. Здесь есть целый этаж книг на русском, украинском языках, вообще на языках всех бывших республик Советского Союза. Что наши пенсионеры, предположим, приезжают сюда на метро, читают газеты, гуляют в центре. По сравнению с Нью-Йорком, там, если живешь далеко, лишний раз и не выберешься. Утомительно, метро, а так себе, жарко в нем. В этом смысле Бостон очень привлекательный город для многих, не на ищем городе. Направо от нас главный корпус библиотеки строили архитекторы из Нью-Йорка. Макин, Мид и Вайт. Самый конец 19 века в стиле итальянского ренессанса. Здание это похоже на библиотеку Святой Женевьевы в Париже. А вот площадь перед нами направо сейчас. Мы вперед как бы едем. И вот круглая будка впереди направо, театральная, как на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Капли-сквер. Направо от нас. Посмотрите, он на постаменте стоит с мольбертом. Приятно, что площадь, можно сказать, главная, носит имя художника. Да. Ну, и здесь мы выходим сейчас.